долгие годы в застенках, и сегодня он с нами. И мы вернем всех, кто попал в беду за пределами Родины. Мы о них позаботимся, и они тоже будут с нами. Я хочу поблагодарить Виктора Анатольевича за принятое решение и принять его в ряды лучшей политической партии сегодняшней России, в ряды партии ЛДПР. Партийная программа и фокус деятельности партии направлен на всех граждан России, потому что партия стоит за простых граждан, потому что партия стоит за русский мир и потому что партия стоит за нашу великую Родину. Это был естественный выбор. Виктор, спасибо как большое. Вы добрались? Ну, вроде добрался, это самое главное. Мы вас, конечно, поздравляем и горячо приветствуем здесь, в России. Как вообще вы узнали о том, что вот вас собираются вернуть на родину? Ну, посреди ночи просто поднялись, сказали, собирайся, и все. Никакой особой предварительной информации не было. Но вы не знали даже, куда вас везут, вам ничего не говорили? Понятно было, что как бы ситуация как складывалась, так что... Как вас отпустили? Вот с какими-то словами, я знаю, что вы в тюрьме стали таким героем среди заключенных американских. Возможности не было. Было где-то 3 часа ночи, поэтому все еще как бы были закрыты, поэтому даже ни с кем попрощаться не удалось. Но что вы собираетесь делать теперь здесь, оказавшись в России в первую очередь? Рано эти вопросы задавать. Хорошо, оставим Виктора общаться с семьей.